Бюджетники Ленского района смогут отремонтировать или построить жилье. Более 30 работников получат соцвыплаты в этом году на эти цели. Программа по обеспечению жильем работников бюджетной сферы действует на территории Ленского района более 10 лет. Работники имеют возможность получить 200 тысяч рублей на ремонт и 500 тысяч рублей на приобретение либо строительство жилья. В этом году сумму по этой программе увеличили с 9 до 12 миллионов рублей. Финансовая поддержка выделяется согласно очереди, в которой на сегодняшний день состоят около 150 человек. Всего в 2018 году выплаты получат 14 работников образования, 7 работников здравоохранения, 5 культуры и 6 сотрудников других муниципальных и государственных бюджетных учреждений. Большая часть из них проживает в сельской местности.